А-ау, привет! Привет, привет, привет! А-ау! Ты уже слышишь, что доктор Василий идет, да? Ты уже привыкла, что он каждый вечер? Да? Ну? Добрый вечер! Здравствуйте! Друзья. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы приехали с Ипольчиком. Как да. Всегда теперь наш Упольчик. Ой, моя хорошая, моя красивая. Да, вот шкодница. Ой, шкодница. Ждет уже, скажи, ждет. Сначала сделаем Упольчик, а потом дадим вкусняшку. Это да. Осада. Как она переносит укол, доктор? Очень хорошо, но немножко ей, конечно, больно, не без этого. К сожалению, скажи, оно вот такая, скажи, жизнь штука. Все полезное, оно либо невкусное, либо больное. Все, что нас лечит. Да. Ну что, моя девочка, ты готова? Сейчас я лекарство сначала согрею в руке. Да, поглажу мамочку. Да. Ну, она уже настолько привыкла к вам. Пойдем походим. Пойдем, не хочешь? Давай, скажи, я завсегда вкусняшку. Пойдем. Ты что, нагулялась сегодня? Какая у нее костомаха. Да, она уже зубы такая, что точит. Вот она сегодня такая, вот какая погода, вот такое у нее сегодня настроение. И сегодня, скажи, папа не приходил, был целый день занят, Олег Алексеевич, между этими всеми, там, то он в жюри уже сидит. Его везде хотят видеть. Куча работы, и она вот такая скучает. Нет. Не хочет. Она, видимо, только покушала. Ой, наелась, нагулялась. Ну, не хочешь вкусняшку, будет укольчик. Укольчик будет. Но я хочу, чтобы она немножко походила. Так, красавица, давай. Чего развалилась? Она полный живот, конечно. Наелась, уже ничего не хочет. Все, моя маленькая, Она сегодня гуляла, хорошо двигалась. Угу. Так, я аккуратненько. Все как всегда, да. Аккуратненько. Как это говорит Ангелина, аккуратненько. Угу. Так, осадочка. Вырвай. Так, ну что ж, ты кусаешься, дорогая? Мне придется тебя немножечко накрыть. Отгородить. Осада. Она уже знает. Да, моя малышка. Все. Не надо. Друзья, пришлось выключить камеру и помочь, потому что мы вдвоем, да. А она с каждым днем. Один уже с ней справиться не могу. Она сильная становится. Спасибо Татьяне. Татьяна профессионально зафиксировала. Я сделал укольчик. Ну, извиняйте, мадам, надо лечиться, да. Зато тебя не фиксировали, ничего не делали. Она устала. Два раза в день я приезжаю на уколы. Завтра еще раз я буду два раза в день приезжать. Послезавтра уже доза у нас снижается, и я буду приезжать один раз в день. Еще примерно 15 дней будет укольчики. Да. Поэтому потерпи, дорогая, потерпи. Что поделать? Надо выздоравливать. Она объелась, посмотрите, лежит, даже вставать не хочет. Да видно, живот распластался весь. Я не буду, шприца нет, моя маленькая. Все, моя маленькая, все, солнышко, я тебя больше не увижу. Все, ого, такая разговорчивая. Да. Все понимает, как только шприц в руке.
все, все, моя девочка, я больше не буду. Скажи, Асада, ее миролюбию и ее терпение тоже приходит, наступает предел. Это да. Нет, и все равно она себя очень хорошо ведет, да, ей не нравится, как бы. Она умничка, она молодец. Шприц? Ну, все, сегодня она совсем не в настроении, совсем. Нет. Настоящая леди. Скажи, сегодня не было папы. Да, да, да. Поэтому, скажи, всех остальных. Все, все, я сейчас уйду, будешь опять тут одна. Все, 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 моя девочка, все. Скажи, я подожду. Она объелась. Надо ей животик помассажировать. Животик, скажи, чтоб. Животик наш красивый, молодой. Ну, все, все, все. Мне нравится, доктор, как бы, ну, вот те люди, которые не понимают, да, мне там периодически пишут, вот что вы, значит, про то, что сходила в туалет, не сходила в туалет. А те, которые понимают, вот и заводчики, и собаки, и все остальное, вот пишут правильные вещи, да, они пишут, что вы не понимаете, самое главное показатель – это аппетит и стул. Конечно. У животного, ну и состояние шерсти. Конечно, да. Поэтому да, мы радуемся. Мы настолько внимания много уделяем этому, конечно. Да. Ты сегодня не в настроении. Скажи, да, луна да. Не в том доме. Но все равно, как я уже говорил, результат налицо. Она ходит сама в туалет, да? Она активная, она играется, только не сегодня, сегодня она не в настроении. Печальный взгляд. Что а случилось? Мы сегодня, доктор, вы сказали, там что-то ей подарки привезли, может она подарком обрадуется? Да. Наши дорогие друзья и друзья Тайгана передали подарки через мою клинику и попросили привезти в Тайган. Сейчас принесу. Сейчас тебе подарки. Мало того, что сюда люди присылают. И доктору приносят, да? Ну. Ну, а я мышка. Что там доктор принес? Тут передали витамины попугаю Жорику, ага, Жорику и попугаю Максику передали витаминки. Угу. И уже Кире, спасибо, друзья. Мы уже и Киру ждем. Тоже с витаминками что будет. Здесь, я не знаю. Давайте смотреть. Женщина передала Тайгану. Ой, игрушки передали Тайгану. Ну, сейчас посмотрим. А может, вы прям можете взрывать пакетики? Может, что-то здесь есть и для нашей Асады. А, может, это что-то для Асады? Это какие-то... А, это Ангелине. А, это Ангелине, да. Какие-то браслетики, это Ангелюшки. И вон заколочки. Ой, целое письмо. Так, давайте, доктор, прочтем. Так, сейчас. Здравствуйте, Татьяна, Влад и малыши. Передаю подарки Ангелине бусинки, Татьяне кастрюльку в маках. В подарок от всей души Олегу Алексеевичу календарь, Владу второй календарь, обезьянкам светящиеся мячики, угу. Пеленки и игрушки Осаде. Осада, тебе вот. Тоже тут кое-что есть. Дальше. И мягкий ребенок Шерхана. Ой, за Шерхана. Сходим к Шерхану. А еще хочу поделиться рецептом лет 25 назад. Мою маму на улице укусила маленькая собачка. Пришлось делать уколы, и полгода рана не заживала. Мама посещала больницу для перевязок. Потом я узнала, что укус животных надо сразу обрабатывать очищенным керосином. Ага. Потом я узнала, что укусы животных надо сразу обрабатывать очищенным керосином. Зажило сразу. Кто делает перевязки, очень удивились. Это у нас Симферополь, Галина. Ну, насчет керосина я ничего не знаю, но точно могу сказать, если, не дай бог, кого-то укусила кошка и собака и прокусила кожу, сразу нужно с хозяйственным мылом. Причем жидкое мыло я вообще не применяю у нас в клинике, только кусковое хозяйственное мыло. Это самый лучший антисептик.
Ну, вы уже, да, говорили уже это самое, и хорошо, еще раз повторили. Галина, спасибо за помощь. Спасибо огромное, Галина. Передаем. Так, это надо смотреть, это кому? Светящиеся шарики. О, это тем самым, люськам-шмушкам, это кастрюлька. Я так понимаю, с маками мне и досточки. Это какие-то игрушки. Это игрушки. А где же шарханы? Мячи. А что там еще раз у нас шарханы? Какие-то игрушки. А, мячик рвет по шарханам. Вот, значит, вот это, наверное, зеленый мячик. Этот мячик шарханы. Отнесем. Вот интересная игрушка, кстати. Осада была бы очень счастлива. А давайте дадим Осаде. Осада, ты у нас самая главная звезда. По крайней мере, в этой комнате. Садочка, вот это мы сорвем, чтобы она ничего не прогрызла. Смотри, что у нас есть. Смотри, что у нас есть. Такая игрушка. Такая игрушка. На, 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 на. На, играй, играй, маленькая, играй, это твое. Нет, скажи, я люблю, чтобы со мной играть, сама как-то не очень. Так, все, это все запаковывали. Нет, а там пеленки осады где-то, ну, что я говорили. Вот, давайте, вот, влажные полотенца, тут они тоже всегда нужны. Ну, а там тогда разберем, да, что там. Надо перебрать все. Угу. А мячик, давайте оставим мячик для Шерхана. Пеленки, я так понимаю, это... Да, 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 это важные полотенца, да, наверное. И мячик Шерхана. Угу. Спасибо, Галина, огромное. Спасибо, друзья, всем, кто передает подарки. Безусловно, мы поделим между нашими животными, что кому лучше подойдет, кто чем будет играть. Вот, вот, допустим, баскетбольный мяч, а Саде пока что не очень. Я думаю, его принесу, наверное, Шерхан. Ну, мне вообще-то кажется, что он будет лучше за ним гоняться. Не хочешь, да? Ну, совсем она сегодня не в настроении. Ну, скажи. Кто это наша девочка? Поесть поела, укол получили. Она очень наелась, полный живот. О, не трожьте меня. Все, она не... даже... Фарш есть не стала, вкуснейший, что она любит, даже не стала кушать. Видимо, перед этим Леаркадия ее хорошо покормила. Спасибо, друзья. Сходим сейчас к Шерхану. Ну, а к тебе папа вечером придет. Не скучай. Сейчас работу поработает свою, доработает и придет к тебе вечером.